Деньги взяла, очки взяла, крем для загара тоже. Так, что еще? Что еще? А, точно, платье! Где мой чемодан? Я потеряла свой третий чемодан, девочки! Это твой? Я думала, это моя косметичка. Но сколько я вас буду ждать, девочки? А что, ты уже собралась? Так быстро? Так, мы уже третий день собираемся, а я в первый за 10 минут собралась. Одела обувь и стою, жду вас 3 дня. Ну ты даешь. А где твои чемоданы? Какие чемоданы? Я не дом свой перевожу, а еду отдыхать. И у меня как раз для этого есть рюкзак. И как ты все поместила в свой рюкзак? Тебе рассказать, как легко в рюкзак помещается компас, спички, веревка и бутылка воды. Уже пустая, пока я вас ждала. Ну ты даешь. Ты что, в поход собралась? А платье? А косметика? И что, ты на завтрак, обед и ужин в одном и том же пойдешь? Мы вообще-то летим на Мальдивы, в 5-звездочный отель. И в наши путевки уже все включено. Знаю я это ваше «все включено». Вот поселят вас в палатку на берегу моря и будете кокосы с пальмы доставать. И вообще, вылет уже через полчаса. Мы такими темпами только к следующему лету на отдых соберемся. У вас ровно 5 минут, или я полечу одна. До завершения посадки на борт И-25-539 Витебск-Мальдивы остается 5 минут. Все пассажиры, пожалуйста, следуйте к выходу 3. Слышали? Через 5 минут завершается посадка. Быстрее! Легко тебе сказать быстрее! А нечего было столько вещей набирать. Девочки, а мы точно правильно идем? Я вижу выход. 1, 2, 6, 9. А третьего не вижу. А ты у Вики спроси. У нее же компас с собой. Может, и карта аэропорта у нее есть? Очень смешно. До завершения посадки на борт И-25-539 Витебск-Мальдивы остается 1 минута. Все пассажиры, пожалуйста, следуйте к выходу 3. Я вижу третий выход. Девочки, скорее за мной. Улетаем на юга. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил экстренную посадку. Приносим извинения за доставленные неудобства. Не переживайте, в течение нескольких часов мы возобновим полет. Ну и где мы? Стюардесса сказала, что наш самолет сел на каком-то острове. А что Google говорит? Сеть не ловит. Google ничего не говорит. Да, отдохнули. Так. Судя по моим расчетам, нам туда. Что? Мы приземлились на неизвестном острове, и ты собираешься куда-то идти? Нет, мы собираемся идти. Не будьте такими скучными. Разве вам не интересно, что это за остров? Тем более, пару часов у нас есть. Погуляем и вернемся. А вдруг на этом острове живут огромные ядовитые пауки? Или это остров туземцев-людоедов? Или еще хуже, тут живет злой огнетыщащий дракон? Ну, у тебя и фантазия. Хочешь, я раскрою тебе маленькую тайну? Драконов не существует. Это все сказки. Я согласна с Викой. Хоть мы еще и не в точке назначения, но отдых же наш уже начался. Тем более тут есть все, что нужно. Море и солнце. Ну, ладно, давайте узнаем, куда нас занесло. Ура! Приключения! Девочки, а вы уверены, что сюда стоило заходить? Мне кажется, таблички с красными крестами перед входом не просто так висели. Ага, а потому что тут живет огнедышащий дракон. Да расслабься, мы всего на пару минут. Что-то мне здесь не нравится. Кто посмел войти сюда? Я вождь племени Кулана-Хоку. И еще никому не удавалось уйти из моего клана. Все, кто попадали сюда, оставались здесь навсегда. Вы это слышали? Из-за вашего крика я, конечно, мало что поняла, но, кажется, я точно разобрала, что никому не удавалось уйти отсюда. А это все ты виновата. Ура, приключения!
Вот тебе и приключение. Эх, я так и не сделала фото в своем новом платье. А ты все о своем. Вы это слышите? Мне страшно. Приветствуем вас в племени Кула-Онахоку. Мы рады, что вы стали нашими гостями. Меня зовут Пумпа. А меня Лумпа. Какие они милые. Я хочу снять с ними тикток. Карина, здравствуйте. Вы, наверное, что-то перепутали. Мы не гости, мы просто заблудились. И нам, кажется, уже пора. Но вы только посмотрите на них. Они же такие милые и совсем не страшные. Может, мы побудем чуть-чуть их гостями? Но только чуть-чуть. Мы рады, что вы согласились остаться с нами. Мы с радостью расскажем вам все о нашем племени. Кула-Онахоку! У вас такой большой красивый остров. А чем вы на нем занимаетесь? Обижаете? Мы самое большое творческое племя Кула-Онахоку. У нас не один остров, а целых 4, на которых мы танцуем, поем, играем и веселимся. А как же школа? Нет. А работа? Нет. А Инстаграм? Нет. Мы наслаждаемся и чилим каждый день. Круто! Я тоже так хочу. Тогда давай с нами. А что нужно делать? Просто берешь и чилишь. А мне определенно нравится этот остров. Танцуешь, поешь, чилишь. И так каждый день. Может, мы тут подольше останемся? Ага, и станем как эти. Жуй кокос и ешь бананы. Ну уж нет. Я месяц готовилась к этому отдыху. Маникюр, педикюр, брови, ресницы, волосы. И что, теперь эту красоту никто не увидит? Ну почему никто не увидит? Ты уже столько селфи в самолете сделала, что на год вперед хватит. Мало фама! Мало фама! Мало фама! Мало фама! Мало фама! Что еще за мало фама? Зверь какой-то? Мало фама – это наш большой праздник, на котором мы собираемся всем племенем и танцуем. Ого, это интересно! А можно нам с вами? Конечно, мы всегда рады гостям на нашем празднике. Кула-Онахоку! Кула-Онахоку! Так, девочки, у нас с вами серьезный разговор. Здесь действительно очень классно и весело, но нам уже пора возвращаться домой. Ага, каникулы мы уже здесь свои оставили. Сейчас бы домой вернуться. Только как нам отсюда выбраться? К самолету дорогу знает только Вика, а она как-то не очень хочет домой. Кула-Онахоку! Кула-Онахоку! Девчонки, мы с нашими новыми друзьями разобрали ваши вещи и сделали из них костер дружбы. Пойдемте с нами прыгать через него. Мое платье Карден! Моя сумочка Гуччи! Мои туфли Прада! Да-да, и мои спички. И получилось очень красиво. И очень дорого! Да ладно вам, девчонки, кайфуйте! Кула-Онахоку! Кула-Онахоку! Все, нужно срочно идти и серьезно разговаривать с Викой. И желательно побыстрее, пока она и нас не сожгла. А что вы тут такое вкусное едите? О, девочки, это мы вашу технику обменяли у местных на вкуснейшие ягоды. Мой айфон! Мой MacBook! Мои AirPods! Да-да, и мой компас. А взамен самые вкусные ягоды в мире. Кула-Онахоку! Кула-Онахоку! Девочки, что нам делать? Ладно, наша техника. Она еще и компас отдала. Как нам теперь добраться до самолета? Кажется, у нас большие проблемы. Ну, хоть ягодки вкусные. Хотите? Все, Вика, нам пора домой. Как хочешь.
хочешь нас отсюда вытаскивать, но мы должны улететь домой. Мы ждем тебя, пока ты тут веселишься. Уже 3 дня. Вот видите, каково это ждать? 3 дня. Наши новые друзья, мы знаем, где ваш самолет. Мы вам поможем до него добраться. Странно, что вы его еще не сожгли. Или не променяли на что-то. Так это получается Пумпа-Лумпа. Нам с вами пора прощаться. Да, наш дорогой друг, пора прощаться. Но всегда помни, что мы тебя ждем у нас в гостях. На нашем острове Кула-Оно-Хоку. Кула-Оно-Хоку! А может, вы полетите с нами? У нас тоже очень весело. Мы не можем. Это наш дом. Все жители острова должны оставаться на острове. Это главное правило Кула-Оно-Хоку. Кула-Оно-Хоку! Тогда вот, возьмите мой телефон. А я как прилечу домой, обязательно вам позвоню. Ага, они его на ягоды обменяют. Нет, мы подарки не отдаем. Мы обязательно будем ждать твоего звонка. Идемте за нами к вашему самолету. Вот ваш самолет. Наши жители острова починили его. Спасибо вам большое, Пумпа и Лумпа. Несмотря на то, что я осталась без своих любимых вещей, спасибо вам за такое необычное приключение. Вы очень хорошие, и без вас наши каникулы были бы не такие крутые. Нам пора прощаться, наш дорогой друг. Мы всегда будем помнить о тебе. И вам спасибо, друзья. Я вас никогда не забуду. Кула-Оно-Хоку! Кула-Оно-Хоку! Уважаемые пассажиры, самолет был благополучно починен жителями острова Кула-Оно-Хоку. И мы готовы отправляться. Всех приглашаем занять свои места. Мы летим домой. Как хорошо, когда нет этих тяжелых чемоданов. Ага, вот это мы, девчонки, отдохнули. Нужно снять свою первую реакцию после отдыха и рассказать подписчикам. Ага, твой телефон продан за вкусные ягоды. А, точно. Да никто бы тебе все равно не поверил. Вика, ты чего такая задумчивая? Я уже скучаю. Мы обязательно еще вернемся, Вика. Тумба и Юмба всегда нас ждут в гостях. Пумпа и Лумпа. А, да, точно. Вика, кажется, ты что-то забыла. Точно, я обещала им позвонить. Мы дома. Здравствуйте, друзья. Мы очень рады, что вы добрались. А как ваши дела? У нас сегодня снова праздник. А сегодня какой? Сегодня мы празднуем День дружбы. Благодаря вам у нас появился еще один замечательный праздник. И нам пора бежать, иначе мы не повеселимся как следует. Бегите и повеселитесь там за нас.